Похоже, пермяки больше всего любят отечественную литературу. Среди любимых писателей – Чехов, Пушкин и Шолохов. Одни предпочитают книги про любовь и чувства, другие – размышления о судьбе человека. Чехов, степь, да, вот прям из любимого читаешь, успокаиваешься, переносишься в природу, в древние времена старые. Это сейчас актуально для успокоения души. Евгений Онегин. История любви. Единственное, как бы, что читал в школе, это как раз-таки Евгений Онегин. Другую литературу я просто не признавал. Как бы вот. Читаю фантастику Перумова и, в принципе, книги. Только одно. «Метро» 2033. Дмитрий Глуховский красиво написал. Ну, его стиль мне понравился. Красиво расписал, нравится, как он пишет. В принципе, как и писал сам постапокалипсис. Чему, типа, человечество может прийти. Интересно. А так, как бы, я не особо просто много читаю. Я больше и по играм, конечно же. Пушкин, Евгений Онегин. Пушкин является моим любимым писателем, и я сама пишу стихи, поэтому как бы опираюсь на его творчество. Поднятая целина Шолохова, судьба человека Матвеева. Потому что они пишут как про народ и как действительно живет народ. Как это все. Вот поэтому. Да, у нас все вместе. Все нормально. Он все сказал, что надо было.